осторожно, без треногу надо. Впереди подведение итогов работы творческих мастерских. Но прежде чем подводить итоги, давайте оглянемся на эти два дня и посмотрим, какой же она все-таки получилась, наша нынешняя обнинская нота. Подстроим гитару.
начать не со своей песни, а с песни Булат Шаловича Акуджавы, с его одного из его арбатских романцев, который я когда у него спросил, вот вы понимали, Булат Шалович, это было довольно давно, что вы прописали про славянофильский Арбат, что вот это Арбат, сердце Отечества, что вот эта литература, вы писали о литературе, о нашем арбатстве. Он так на меня смотрел, очень внимательно слушал. Это откуда вы, говорите, взяли? Я говорю, ну, это мысли вслух. Вообще-то я писал о своем детстве. Все. Но вообще будет интересно, если, но я об этом не думал. Но это самое интересное, когда человек пишет, не думает, дай-ка я напишу свою анафильскую идею. Это, естественно, его добавы. А поэт слышит и видит больше, чем он сам может придумать. И вот то, что Булат Шалович написал в три фразы, в три строфы нашу русскую идею, а Арбат, если мы понимаем, что это сердце русской литературы, словесности, Питер, да, и Москва, арбатство. И в три строфы: «Ах, Арбат мой, Арбат, ты мое...» Первое – призвание, второе – религия, и третье – ты мое отечество. Вот он абсолютно попал в то, о чем писал Хомяков, Аксаков, Розанов, Достоевский и так далее. То есть, ну, вот прямо вот в три точки, вот треугольник замкнул, что называется. И